любой геймер скажет: ясно, это стрелялка типа Doom или Unreal. Игра, где нужно вынести всех и вся, чтобы победить. Оказывается, 3D-экшен — это не всегда море крови, полчища монстров, арсенал оружия и быстрота реакции. Так было до недавнего времени, пока не появился Thief. Игра, в которой умение оставаться незаметным важнее, чем пальба из пистолета. Итак, приступаем. Что надо делать? Воровать. Быть профессиональным вором. Главный герой игры — Гаррет. Вор со стажем, живущий в странном мрачном мире, похожем на средневековую Англию. Вам предстоит выполнить 12 заданий, что-то вроде проникнуть туда-то, наделав как можно меньше шума. К примеру, в первой миссии вы получаете заказ на кражу драгоценного скипетра из замка лорда. Чтобы как-то ориентироваться в пространстве, у вас всегда в кармане будет карта. Ходить по коридорам и комнатам вам придется так, чтобы не привлечь внимание стражников. Как это сделать, объяснять не будем. Для этого есть тренировочный уровень. Скажем только, что лучше всего вам быть в тени и ходить на носочках. Но план — это еще не все. Необходимо найти способ, как проникнуть через ход, который к тому же заперт. Ключи от замка находятся у стражников. Ясное дело, что вам их нужно украсть, ведь вы же вор. Напоследок, пожелаем вам удачных странствий по этому мрачному царству. И надеемся, что в реальном мире вы никогда не станете таким же злодеем, как в виртуальном.